Всем большой привет! Поздравляю вас с праздником! Сегодня у нас Лазарева суббота, завтра вербная. В общем, предстоящие праздники, предстоящая Пасха, да, через неделю. Вот, сегодня покажу вам заказ компании Oriflame. Достаточно такой интересный, большой. Долго его что-то ждала, заказывала на Пятерочку. Бесплатная была доставка, потому что взяла продукт. Сейчас покажу, какой. За доставку, да, соответственно. Итак, с чего бы нам начать? Давайте сначала. Вот такие вот елочки были в распродаже. Это губка. Ну, взяла, по-моему, они рублей по 80 были. Вот, и пару штук решила взять. Вот так на подарки на Новый год, чисто символически. Вот еще там одна лежит. Наборчик вот такой, коробочка вот такая идет. Вот такой набор эко, как его назвать, стиль такой. Здесь у нас мешковина, губка из мешковины. Ну, такой, знаете, интересный наборчик, эко-упаковка. Такая пемзочка небольшая, как дорожный формат, кстати, можно использовать, да? И вот такая вот щеточка. Щеточку... Понравилась мне щеточка, я, можно сказать, из-за нее взяла, буду ее использовать. Возможно, при мытье посуды что-то вот так почистить. Хотя она такая достаточно мягкая, не знаю, как она будет, но, наверное, все-таки там на кухне приспособлю. Не хочется мне там что-то тело ей чистить, но она и маленькая, в принципе, не знаю. Набор, вернее, даже не набор, это отдельно у нас шла по хорошей цене водичка, парфюм, да? Как он называется, вишневый цвет. Решила взять, у меня такая закончилась, очень нравится именно весной использовать. Пахнет такими, правда, цветущими какими-то цветами вишни. Очень такая позитивная, свежая. Она свежая, легкая, она ненавязчивая, она недолго играющая, но все же очень приятная. И вот такое мыло, два кусочка мыла, два набора, потому что я взяла... который состоит из мыла вишневый цвет в виде вот такого цветочка. Пахнет мылом и отдаленно что-то, какими-то цветами. Я не скажу, что пахнет вишней, но приятный мыльный аромат. Мыльный все-таки. Продукт вместо платы за доставку. Вот такое желе охлаждающее. Ни разу его не брала. Взяла то, что подешевле там было, за 435. По-моему, оно шло. Если его берешь... то бесплатная доставка. Ну, я думаю, что уйдет в жару. Неплохо. Так, здесь, значит, в набор входило мыло. Вот такой вот бальзамчик с маракуйей. Приятный бальзамчик. После переоформления, да, состава. Как сказать? Мне больше он понравился, когда состав маленечко поменяли и убрали оттуда продукты нефтепереработки. И вот такая масочка входила для лица. Тоже, наверное, маракуйя. Что у нас тут? В общем, разные фрукты. Масла органические. Ну, я думаю, что будет приятная масочка. Две маски, два мыла и два вот таких бальзама. Массажер для головы. Так, спонжик у меня ускакал. Так, угу. Тоже шел по скидке, поэтому взяла. Ну, как-то не знаю. Вот здесь, кстати, можно использовать вот этот шарик, как охлаждающий под глаза. Очень даже неплохо. Я думала, они как-то шевелятся. Нет, они прям такие твердые. То есть, не знаю. Не в восторге я от этого массажера. Ну так, приятно, конечно, массаж делать очень полезно для кожи головы, поэтому будем делать. В принципе, понравился, но вот тот массажер, который у меня есть, который, знаете, вот так вот раскрывается, да, вы поняли, мне кажется, он более кайфово делает массаж, нежели вот этот. Так, Skin Pro, это у нас вот такие спонжики для макияжа, они вставляются в аппарат.
Skin Pro. Только я еще не пробовала, каким образом они тут вставляются. Не знаю, честно говоря. Но если не вставлю, так использую куда-нибудь. Это как используется для умывания, наверное, что ли. Либо для нанесения тонального крема даже можно. В общем, расскажите, как вы их используете, у кого они есть. Шли по акции, взяла. Потому что аппарат у меня такой есть. И вот такой спонжик. Что-то я тоже в нем разочаровалась немножечко, потому что он как губка. Я думала, там вообще написано было, что это... Когда... Как он называется? При намокании он типа разбухать должен. Такой твердый бывает. А этот нет, мягкий. Не знаю, посмотрим, что будет с ним при намокании. Так, кучу помад, вы видите, были по 79 рублей, потому что взяла, сколько давали мне по моему заказу. По сумме моего заказа, по-моему, за каждую 1000 можно было взять одну помадку. Как-то так. Вот. Я взяла разных, они мне нравятся. Это матовые помады. Буду дарить. Может быть, предложу кому-то. Ну, в общем, уйдут, я думаю, по такой цене. Помады классные. Разные оттенки. Но в основном у меня тут фуксия, персик и, по-моему, коралл. В общем, розовый какой-то, да, еще. Три оттенка в нескольких количествах, в общем. Так получилось. Так, Норхен. По распродаже все-таки я урвала вот такую брошку с тигром. Не думала, что я... Я вообще забыла, что в воскресенье у нас открылся новый каталог, поэтому зашла я в понедельник, но они меня ждали, не убежали. Тигровый глаз, брошечка. Зелененький там глазик у тигра. Такие вот светленькие, беленькие камушки. Ну и обратная сторона вот такая. Логотип Норхен. Нравится мне Норхен тем, что они качественные. Так, и вот такие вот серьги под мое колечко лавандовое. Так, кстати, в следующем каталоге тоже будет какая-то там распродажа остатков, но не знаю опять, будет ли. Но вот тут мне повезло. Я так понимаю, лаванда — это вот этот розоватый камушек. Матовый. Этот вот, ну то есть такие вот камушки, ну и так вот садим гвоздики. Так, ну и новая водичка. Я, конечно, удивилась, что можно было взять какой-то один продукт, по-моему, с 60% скидкой. Вообще про эту акцию ничего не знала, просто я сделала корзину, там набила на 75 баллов, да. Перешла на второй шаг, и там мне высветилось: добавьте продукт в любой заказ. С 50% скидкой было написано. Ну, я попробовала добавить новинку, и она у меня пробилась за 1000, по-моему, 58, что ли, рублей. Как-то так, Infinite, Nordic Waters, Infinite Blue. Что я про нее скажу? Такая вот коробочка. А здесь у нас заявлены, что это цветочный, фруктовый, зеленый аккорд. Да? Такой вот акватический аромат с яркими глубоководными оттенками, свежими фруктовыми нотами и таинственным древесным шлейфом манит на глубину новых ощущений. Цветочный, фруктовый, зеленый, груша, глубокий морской аккорд, минеральный аккорд. Вот так вот. Я повелась на то, что здесь груша. Обычно мне нравятся такие сладковато-нежные ароматы с грушей, но нет, здесь это другая история. Если вот этот вот классический Nordic Waters, здесь у нас заявлен лимон, аккорд Nordic Waters и лепестки жасмина, белый мускус. Он более свежий, цитрусовый такой, какой-то освежающий, действительно морской. Здесь, как вам объяснить, он соленый. Вот сразу мне в нос по
пахнула соль морская. Причем она такая горячая, как будто обожженная солнцем, с песком, вот с этим, с речным, да, с морским. Теплый аромат, вообще не освежающий нисколько. Да, может быть, там есть какое-то дуновение морского бриза, но это длится недолго. И потом он уходит в серую амбру. Йодистость появляется небольшая. Слава богу, небольшая, потому что вот эту серую амбру, которая дает йод и бинты, я ее всегда отчетливо в парфюмах слышу, если она есть. Поэтому мне такие ароматы не совсем подходят. Здесь хорошо хотя бы она в небольшой дозе. Вот, здесь вот и написано. Правда, вот здесь написано фруктовые ноты, фруктов вообще никаких не слышу, вот вообще. Не знаю, если только они в каком-то сиропе, переваренные какие-то, вот такие вот, даже не сладкие, нет, а вот с солью как будто, не знаю. В общем, яркие, так, что тут, свежие фруктовые ноты, нет, я их не ощущаю. Вот древесный шлейф, да, за счет серой амбры, вот он в базе и сидит, который манит на глубину новых ощущений. Вот он, да. Но он меня манит скорее пожариться на песке при ярком солнце. Вот такой аккорд я слышу. В общем, серая амбра. Здесь отчетливо мной слышна. И соль. Так что это не сладкий, не освежающий для меня аромат, а соленый, древесный, тяжеленький. Мне кажется, он не всем подойдет. Вот мне лично он не совсем подошел. Буду пробовать его, конечно, где-то на жару. Надо попробовать, да, как он будет. Но я думаю, что вот этот вот эта нотка йода, она мне будет мешать. А флакон красивый, он такой прям глубокий, синий. Не как на картинке синий, а он с зеленцой. То есть он зеленый, видите? Такой зеленый флакон, красивый. Вот. Вот он зеленый. Мне классический Nordic Waters нравится больше. Из-за его какой-то такой вот свежести какой-то такой. Да, он тоже не легкий, не простой, но он для меня какой-то действительно морской. Когда я могу летом им политься. Но не легкий, опять же. Но вот этот, скорее, возможно, на зиму больше пойдет, честно говоря, чем на лето. В общем, буду пробовать. Посмотрим. Ну, хорошо, хоть взяла с хорошей скидкой. Так, в принципе, весь мой заказ. Новый каталог пришел. Так, действовать будет вот так вот. По 1 июня с 13 мая. Не знаю, пока я здесь ничего особого не увидела, вот, честно говоря, поэтому не знаю, не впечатлил, посмотрим, что они еще предложат, может быть, какие-то акции будут, да, как всегда, в общем, что Avon меня не впечатлил, каталог майский, что вот, Oriflame, майский каталог меня тоже не впечатлил, даже не хочу листать, потому что, ну, все одно и то же. Ничего особенного для меня нет. Так что вот, такой вот мой был заказик. Всем спасибо за просмотр. Пишите, комментируйте, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Всем прекрасного настроения. Прекрасных майских выходных. Шашлычков, крашеных яиц и куличей. Пока-пока.